утро, новые дела, время. Надо быстро куда-то бежать, кому-то успеть. И нет времени обращать внимание на мелочи. Вы когда-нибудь задумывались над тем, с какой ноги вы встаете каждое утро? Кто-то встает вовремя, кто-то позже, кто-то встает только вечером. Но с какой ноги? С правой или с левой? Есть ли связь? С какой ноги вы встали? Когда-нибудь задумывались, как стоит ваша кровать? Ведь она может стоять так, что с правой ноги у вас встать даже не получится. А может и так, что у вас всегда
есть выбор. А люди, у которых кровать стоит так, что они каждое утро встают с левой ноги, разве они неудачники, и у них ничего не получается? Так вот, у нашей героини кровать стоит так, что она каждый день встает с правой ноги. Can't resist when the right.
есть ли связь, с какой ноги вы встали, с правой или с левой?